Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 6 по 12 марта. Неделя обещает быть удачной для активных и целеустремленных. Счастливчики выйдут на дорогу успеха, если проявят больше инициативы и настойчивости. А теперь подробнее о том, что советуют звезды всем представителям зодиака. События этой недели заставят и так очень активных овнов быть еще более решительными. Используйте это время, чтобы найти ответы на те вопросы, с которыми вы не справлялись раньше. Помогайте другим, это принесет больше пользы, чем вы думаете. В конце недели, вероятно, получение интересных новостей. У тельцов и так много дел, так что не стоит загружать себя еще и дополнительной работой. Вам необходимо на этой неделе заняться глобальными задачами, а со всем остальным без труда могут справиться коллеги. Близнецам в этот период придется действовать нестандартно, однако не бойтесь перетрудиться. Вы все успеете и достигнете того, к чему стремились. Не отказывайтесь от шумных мероприятий, встреч с теми, кто вам интересен. Это сделает вашу жизнь намного ярче. Звезды обещают ракам знакомство с умным и доброжелательным человеком, который может стать преданным другом и поможет в решении многих вопросов. У львов на этой неделе будет много встреч, переговоров и согласований. Пятница и суббота – отличное время для свиданий. Девы любят, когда советы астрологов наполнены конкретикой, но на этой неделе ее будет совсем мало. Например, вам может показаться, что все происходящее уже было раньше. Это странное чувство дежавю будет преследовать дев до пятницы. Весы, которые занимаются творчеством или любят активный отдых, именно сейчас смогут понять, как лучше использовать свое свободное время. Появятся новые идеи и возможности. Интересным поворотом в судьбе станет случайная встреча со старым другом или бывшим возлюбленным. Для скорпионов ближайшие дни – прекрасное время для экспериментов, в том числе и со своим имиджем. В течение этой недели стрельцам следует разобраться со всеми делами в финансовой сфере. Оплатите все счета, раздайте долги и подумайте над новым источником дохода. Эта неделя буквально создана для того, чтобы козероги заводили полезные знакомства. Вполне возможно, что эти контакты в будущем помогут им подняться по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал. Звезды подготовили водолеям подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают их в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть и личную жизнь. Так или иначе, улыбка фортуны не будет случайной. Водолеи получат лишь то, что сами заслужили. А в рыбах на этой неделе проснется бухгалтер. Им будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения, пунктуальности и точного расчета. Большое финансовое вознаграждение может принести работа над проектом, в который было вложено много времени и сил. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!